Добрый вечер, здравствуйте. Вас приветствую. Вас приветствует коллектив «Круглый бэнд». Мы представляем вам свою новую программу, которую будем исполнять и на фестивале в Архангельске, и на фестивале в Оренбурге. Вот. Сегодня своего рода премьера. Что вам сказать? Вкратце, будет исполнено произведение и Тарасова. Пока музыканты рассаживаются. Да. Алексей нашел ноты, так что все в порядке. Постепенно начинаем исполнять. Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Круглов, а это был мой заместитель Ростислав Кочетов. Оркестр «Круглый бэнд», который существует с 2012 года, и за это время мы успели создать много интересных программ, в частности, программу, посвященную нашему, точнее, программу, основанную на музыке мэтра нашего джаза Юрия Маркина. Мы издали шикарный альбом двойной с крупной формой Юрия Ивановича Маркина. Также у нас программы с Аркадием Шелклопером, как сказал Ростислав, с Владимиром Тарасовым, с различными гостями, в частности, с Сергеем Старостиным, Аркадием Кириченко, программа с музыка Владимира Миндера, нашего эмигранта, который живет в Англии. Ну и много разных других очень интересных программ. Вот сегодня мы вам представим такие сливки из этих нескольких программ. И назвали мы ее приблизительно такой новый блюз. Новый блюз. Музыка отечественных композиторов и композиторов с постсоветского пространства. Thank you.
Это была композиция Ростислава Кочетова, которая называлась «Паровоз блюз». А солировали в ней наши дорогие солисты Антон Котиков, тенор, саксофон, и Максим Дуров, труба. Следующая композиция принадлежит перу известного авангардиста, одного из человек, из тех людей, которые стояли у истоков зарождения нового джаза в Советском Союзе, легендарного Владимира Тарасова, который, может быть, вы знаете, играл в трио выдающегося другого и не менее легендарного композитора-пианиста Вячеслава Ганелина, или это трио очень иногда называют ГТЧ по-разному. Владимир Тарасов написал ряд произведений, точнее, это цикл, состоящий из нескольких частей, под названием «Тапестри», «Гобелены». И мы с Владимиром подготовили несколько этих частей. В частности, на фестивале в Архангельске мы будем играть всю программу вместе с Владимиром Тарасовым. Так что, если у вас будет возможность, приезжайте в Архангельск, и можно будет послушать эту программу с нашим оркестром. А Владимира Тарасова можно здесь будет услышать 23 октября. Мы будем играть вместе с ним в трио, вместе с замечательным гитаристом Алексеем Чичилиным в рамках клуба Train the Art здесь, на мансарде, на четвертом этаже. Итак, композиция Владимира Тарасова, которая называется «Гобелен номер 7». We'll be right back.
Антон Котиков, Дудук. Ростислав Кочетов, труба. И Федор Синчуков, тромбон. Вы знаете, я вам открою маленький секрет. У Федора несколько дней назад родилась дочка.
Он рассказал, что всех после концерта приглашает. Итак, мы продолжаем наш концерт. Следующая композиция принадлежит перу выдающегося отечественного трубача, композитора, которого зовут Игорь Широков. Игорь Широков уникальный человек, потому что он развивал русскую линию в джазе. Это, конечно, большая редкость, и в нашем джазе не так много примеров. Не то чтобы соединение фольклора и джаз, нет, этого много, но того, чтобы именно русская музыка с ее идеей была вжита в музыкальную нить и идейно в ней отображалась. Вот Игорь Широков, трубач, который в советское время переиграл во всех оркестрах, был прекрасным солистом, играл стандарты, и, например, был и такой известный ансамбль Пищиков, Широков, они играли такой ладовый джаз. Но в какой-то момент он стал играть русскую музыку в джазе. Он встретил свою будущую жену, флейтистку Клаудию Хельмерс, и уехал вместе с ней в Германию, где жил с 89-го или с 90-го года, вот до его кончины. Игорь Широков был моим большим другом, и вот музыканты оркестра некоторые тоже с ним общались. Он, конечно, был широкой, действительно, души человек, и нам его очень не хватает. Пьеса Игоря Широкова, которая называется «Сон». Thank you.
Спасибо огромное. Юлия Маликова. Юлия Маликова. Спасибо огромное. Следующая композиция тоже принадлежит перу Ростислава Кочетова. Ну, точнее, это обработка. Вообще название ее носит весьма странное название. Она называется «Блюз Ильича». Но вы не подумайте, это не к столетию революции. Мы сейчас сыграем, и вы все прекрасно поймете, какой Ильич, что имел в виду Ростислав. Итак, «Блюз некого Ильича».
Thank you.
Александров Кочетов и его Ильич. Соло на мелодике играл Григорий Сандомирский. Григорий Сандомирский. Спасибо. Давайте я представлю музыкантов оркестра. Денис Шушков, контрабас. Петр Ившин, ударный. У нас две первых трубы. Это Антон Захаров и Дмитрий Петров. Максим Дуров, труба. Но Юлию Маликову вы уже все знаете, конечно. Андрей Башев, туба. Андрей Савельевичев, тромбон. Наш отец Федор. Георгий Горбов, баритон и кларнет. Конечно же, прекрасная Ольга Сорокина. Саксофон. И два тенориста. Это Антон Котиков и Анатолий Осипов. Всех представил, да? А себя? Себя. Со мной так все ясно уже давно. Алексей Круглов, саксофон. Вы хотите перерыв или дальше пойдем? Дальше, да? Перерыв? Потом дальше. Перерыв, потом дальше. Кто за перерыв? А вы? А кто дальше? Большинство. Ну ладно, тогда дальше. Следующие две композиции связаны с именем Юрия Савольского. Этот человек тоже очень важен не только, конечно же, для нашего джаза, поскольку он, его вообще называли министром джаза. Он всегда всех поддерживал, помогал и был, конечно, открытым человеком. И для меня лично тоже это большой и важный человек в моей жизни, потому что он впервые поддержал мои композиторские устремления и был таким, конечно, очень ярким, светлым и потрясающим человеком. Он всегда меня поддерживал, помогал, еще когда я был совсем маленький, это было. И вот я вам говорил о том диске, который мы издали с музыкой Юрия Маркина. Там одна композиция, собственно, благодаря этой композиции был рожден наш оркестр. Это симфония номер 2, посвященная памяти Юрия Савольского. Мы сейчас сыграем вторую часть симфонии, которая называется «Рок-танго».
Большое спасибо. Большое спасибо Анатолий Осипов, тенор. Максим Дуров, труба. И Петр Ившин, ударные. Это была вторая часть симфонии Юрия Маркина, посвященная памяти Юрия Саульского. А сейчас мы исполним пьесу самого Юрия Сергеевича Саульского, которая называется «Татьянин день». Как я уже сказал, Юрий Сергеевич всегда меня поддерживал. И я вот помню такую ситуацию. В 97 году я должен был играть пьесу, «Зеркало», его пьесу, с оркестром Лундстрома на конкурсе в Кремле. Но ее нужно было сократить. Она шла 6 минут, а нужно было сделать там 3 минуты 20 секунд, потому что это показывали по телевидению там, и т.д. и т.п. И мы встретились с Юрием Сергеевичем, и он открыл партитуру, положил ее на капот своей машины, и мы с ним вместе стали разбирать, что там. И вот он абсолютно просто говорил: ну, вот эта часть не очень, ее можно убрать, вот это. Для меня Юрий Саульский, и вдруг вот такое прям искреннее очень общение. И я думаю, что так как он поддерживал наше фриджазовое стремление, вот та аранжировка, которую мы написали, я думаю, ему бы понравилось. Итак, «Татьянин день» в нашей аранжировке. Thank you.
Большое спасибо, Юрий Сергеевич Саульский, Татьянин день. Спасибо. Соло на трубе Ростислав Кочетов. Спасибо. Ну и мы приблизились к финишу последней композиции нашего концерта, автором которой является наш большой друг, эстонский гитарист Як Сояр. Мы с ним тоже как-то выступали, делали большую его программу. И вот одна из его композиций прочно вошла в наш репертуар. Она называется «Ралли», или у нее есть другое название «Perfect Escape». Так что можете сами выбирать любое из двух. Итак, Як Сояр, композиция «Ралли» или «Perfect Escape». Thank you.
Георгий Гурмов, Ольга Сорокина, Анатолий Осипов, Антон Котиков, Федор Синчуков, Андрей Савельевичев, Андрей Башев, Ростислав Кочетов, Антон Захаров, Дмитрий Петров, Максим Дуров, Юлия Маликова, Петр Ившин, Денис Шушков, Григорий Садонецкий и ваш покорный слуга Алексей Круглов. Круглый бэнд! Спасибо!